С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила оформления Шенгена для россиян. Теперь, кроме обычного набора документов, необходимо будет предоставить отпечатки пальцев. Владельцам заграничных паспортов старого образца еще и фото сетчатки глаз. Соответственно, обязательно нужно будет явиться в консульство или визовый центр лично. Данные будут обновляться раз в 5 лет, а потом храниться в системе. Нововведения не коснутся детей до 12 лет, официальных делегаций и инвалидов. На стоимость визы это не повлияет, а вот на потоки туристов страны Европы, как считают эксперты, может отразиться. Визовые центры есть далеко не во всех городах, и кое-где, чтобы сдать биометрические данные, придется проделать путь в сотни километров. Представители туриндустрии уже обратились в представительство ЕС в России с предложением увеличить количество пунктов для оформления.